7.12, мастерская слон-компания. Я, Вячеслав, приветствую вас. Опять давно не снимал ролики, но просто вообще просто некогда. Честно сказать, вообще некогда. Нифига не успеваю. Затем еще вечером жена быстрее огороды. Тут еще внук приехал к нам отдыхать. Палатку меня заставил разбить. Палатку разбили. В палатке живем теперь. Так вот, как... Рабочий день близится к концу, уже названивает купаться, поехали, все остальное тоже не финиш, короче, не успеваю по видео. Сегодня в ролике у нас будет, кстати, в ролике сегодня сначала мы покажу второй нож, тогда помните по благотворительности я говорил, второй нож тоже был приобретен и также выставлен на продажу, его приобрели, вот этот нож. Такой вот нож. Так что завтра он уедет владельцу своему. В принципе, длина клинка 120 мм, 117 это миллиметров длина клинка, толщина 2,4 мм, вот ширина где-то 28 мм. Такой вот нож. На рукояти 110 миллиметров. В принципе, этого хватает. Вполне достаточно. Вот. Далее нож, который уедет у нас в Кишинев. Вот. Молдавия небогатая, видать, страна. Самая бедная, по-моему, в Европе. Так что редко заказы, очень редко. Вот такое вот созвездие на всю рукоять. Кишинев улетает. У меня, кстати, тетка жила в Кишиневе. Я в детстве в Кишинев ездил отдыхать к ней. Вот раньше было просто. То есть мне было 10 лет. Приехали в аэропорт, меня мать в аэропорт посадила в самолет 10-летнего пацана, и улетел я в Кишинев. В Кишиневе тетку встретила. Сейчас такое, по-моему, нереально. Советский Союз был. Вот такой вот нож. И он ваш нож. Наверное, не знаю, завтра суббота. Получится отправить, не знаю, не получится. Ну, понедельник, а во вторник у нас выходной на почте. Понедельник выходной на почте, во вторник отправлю точно. Такой вот нож. Пяточка. М390, забываю сказать, М390, сталь, рукоять карельской березы стабилизированная, стоимость такого ножа у нас 13 900. Ой, плюс, не помню сколько этот, честно сказать, такого. Где-то в районе 3000 вот этот. Созвездие, жарище какая, шмар. Так что вот примерно так. Все хотел сказать. Владимир, извиняюсь, никак ролик не сниму, но я действительно хочу ваш нож протестировать. М390. Скорее всего, я думаю, получится это сделать. Выходные дни. Вот выходные дни протестируем, чтобы уж. Так как у него клинок съемный, почему клинок съемный, мы его потом поправим, то есть все царапины уберем. И если все нормально, надеюсь, все нормально будет, отправим вам. Это то, что с измененными ножными немного. Владимир, вы поняли, к кому я обращаюсь. Так, еще по благотворительности, по акции пацана. Не набрали мы нужную сумму. Может, кто-то еще захочет помочь. Набрано 98 500 вместо 160. Я, конечно, думал, 160 наберем легко, но нет, не получается. Так что, если кто-то не участвовал еще в акции, под этим видео тоже будет. Вот ссылка на другое видео будет. Помогите пацану,
будем благодарны вам. Все, удачи, до новых встреч. Завтра тоже постараюсь снять видео. Все, пока.